Каким будет центральный городской пляж в областной столице? Проект благоустройства рекреационной зоны представили губернатору Вячеславу Гладкову. Глава региона провел выездное совещание на объекте с мэром Белгорода Валентином Демидовым и своими профильными заместителями. Обновление территории рассчитано на 2 года. Первый этап планируют закончить к августу, одновременно с открытием парка аттракционов. Основные работы – обустройство набережной, установка малых архитектурных форм, монтаж, освещение. Также решили, что на пляж завезут белый песок, а тротуарную плитку подберут с учетом общей концепции благоустройства. Отметим, проект реализуют в рамках большого обновления общественных пространств областного центра. Оно коснется и других мест, любимых гостями и жителями города. Мы запроектировали набережные, которые от Парка Победы, пешеходные дороги дотянут до того места, где мы находимся, и дальше до парка Сосновка и уже выход к пикнику-парку. Таким образом, мы начнем возить в эксплуатацию более 600 гектаров сейчас лесных угодий, которые, я надеюсь, уже через 2, максимум 3 года станут полноценным городским парком.